Пипас. Нажми здесь и подпишись. О! Ух ты, куда идут эти муравьи? О, дом мистера Дау. Ух ты, вот это да! Что это? Ха, нравится? Это супер хитроумный... Что? Ничего. Попробуй-ка отгадать одну загадку. Да, какую, говорите. Что это за собака, которая не лает и не ест? Итак, видимо, ты не знаешь. Иди домой и подумай. О, я знаю! Хот-дог! Хот-дог! Бежим! Ух ты! Большой хот-дог! Выглядит аппетитно! Больно же! Быстрее, выключи робота-кулинара! Значит, это робот-кулинар? Он классный! Вот и нет! Выключи его! Хорошо! А я хотел попросить желе. О, нет! Мы пропали! Даже не пытайся! Бесполезно! А что же нам делать? Нужно отключить питание. Но... Я помогу. Я все съем. Какая гадость. Моя очередь. Рука двигается. Быстрее, сними с меня сыр. Сыр. Эй, я хочу записать послание. Отошли его моим друзьям. Спасибо. Робот-кулинар мистера Дао. Я еще не закончил. Как же жарко! Кики! Мы здесь! Здорово! Вы спасете нас! Наконец-то! Что? Ух ты! Робот-кулинар! Хочу пончиков! Хочу мармелад! И мармелад! Пончики! Мороженое! Мороженое! Осторожнее! Совсем невкусно! Я хочу сахарную вату! Нет! Кики! Помоги! Мяу-мяу! Кики! Нужно его выключить! Застряли в еде. Что же делать? Муравьи!
Кики! Кики! Кусачик! Щекотно! Кики! Все выбрались! Нас спасли муравьи! Здорово! Спасибо, муравьи! Спасибо! А где мистер Дао? Ваш жетон, пожалуйста. Спасибо. Жаль, мне не хватает денег на билет. Ой! Эй, поосторожней. Ой, прости, извини, пожалуйста. Здравствуйте, я пришел забрать свой рюкзак. Ваш жетон, пожалуйста. Конечно. А где же мой жетон? Он же был здесь. Нет жетона, нет рюкзака. О нет, что же мне делать? Как же мне доказать, что это мой рюкзак? А, точно. Пой. Слышите? В моем рюкзаке сигналит игрушечная машинка. Я ничего не слышу. Я жму на кнопку, и она гудит. Теперь вы мне верите? Да, держите. Постойте. Это ничего не доказывает. Пульт дистанционного управления работает для всех игрушек. Так что это не доказывает, что это ваш рюкзак. Ха-ха, смотрите, видите фото на моем рюкзаке? Это я! Мне так не кажется. Что? Это точно мое фото. О, кажется, у меня проблемы. Бутылочка. Теперь похоже? Нет. Что-то на голове. Нет. 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 Достаточно. Это определенно не ты. Это определенно я! Ага. Смотрите, камера. Посмотрите, как я отдаю вам этот рюкзак. Видите, это я. Что случилось? Камера ненадолго выключилась. Мне очень жаль. Смотрите, это Усатик. Он был здесь со мной, он подтвердит. Усатик, твой друг Кики ждет тебя в камере хранения. Он думает только о еде. Торт! Усатик, я купил торт! Приходи в камеру хранения! Торт! Торт! Усатик, подожди! Ты должен подтвердить, что я оставил здесь свой рюкзак. Можно еще кусочек? Нет, сначала поговори с ним. Усатик! Только один кусочек. Нет, сначала помоги мне. Я видел, как Кики здесь что-то оставил. Что именно? Это был... Усатик! А я не знаю, что это было. Что?
Еще, еще. О, тортик. Ну что ж, вкусненько. Мы снова встретились. Я пришел за сумкой. Вот она. Это не мое. Но жетон. А почему у меня два жетона? О, точно! Мы столкнулись друг с другом в тот раз. Ох, да! Наверное, ты тогда обронил свой жетон. Что же, похоже, это ваш рюкзак. Мне жаль, что возникли проблемы. Но таковы правила. Вот. Мой рюкзак! Стойте! Я хотел бы извиниться. И в качестве извинения примите этот маленький поезд в подарок. С нетерпением ждем встречи с вами. Это мне? Купон на бесплатную колу? Ух ты! Извини, купон просроченный. Что? Просроченный? Я еще не пил. Но ты уже открыл ее? Тогда я схожу за деньгами. Боюсь, что сначала тебе придется заплатить. Что же мне делать? Ага! Я могу позвонить Миу-Миу! Телефон! Ха-ха! Теперь у меня есть телефон. Алло? Почему он не работает? Опять слабый сигнал. А, слабый сигнал. Ага. Сигнал! Нет, мой телефон! Сигнал! Миу-миу! 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 Сначала заплати. Она меня не слышит. Что же делать? О, есть идея! Громкоговоритель! Миу-миу! Миу-миу! Пожалуйста, не кричи! Миу-миу! Спасибо, Хэнк. Вот твои деньги. Спасибо. Зовите, если понадоблюсь. Таскать коробки за деньги? Это я могу. Она слишком тяжелая. Что же делать? Ага! Тележка! Что ты тут делаешь? Я хочу помочь. Смотрите, вы мне заплатите?
помочь. Я собирался развести эти товары. Они должны быть в грузовике. Что? Простите. Ты цел? Да, простите. Мне нужно домой, чтобы взять деньги. Но как же мне уйти? Контактные линзы? Ха-ха! У меня есть идея! Невидимая кепка! Кепка! А, невидимая! Невидимая кепка! Стоит ее надеть, и никто меня не увидит! Сейчас попробую! Что такое? И впрямь работает. Странно, бутылка не упала. Мне пора. Смотрите, она двигается сама по себе. За ней! Смотрите, это Кики. Опять ты? Хватит дурачиться! И ты так и не заплатил. Ты пытался украсть. Нет, не пытался. Я просто хотел пойти домой, чтобы взять деньги. Я не знал, что купон просроченный. Что? О, теперь все понятно. Не плачь, не плачь. Я заплачу за тебя. Смотрите, бесплатно? Это бесплатная кола. Что? Бесплатная? Она бесплатная?